Okay, let's go on, and would someone read the 5 points on the Christian faith that contrast to Hinduism concerning man and the world? Теперь давайте прочтем все пункты, касающиеся христианского взгляда на человека и мир. Сразу вслух прочтите все. Someone read those five. Бог сотворил. Бог сотворил материальный мир, следовательно, этот мир реален. И духовный, и физический мир реальны, а не иллюзорны. Каждый человек – индивид, сотворенный Богом. Каждый человек несет ответственность за свою жизнь и будет продолжать вести сознательное существование вечно. Отрицает реинкарнацию и утверждает, что человеком положено однажды умереть, а потом суд. Настаивает на том, что земная жизнь не повторяется, то как человек ведет себя во время земной жизни, определяет его будущее. Is that all five of them? Люди, обретающие спасение через Иисуса Христа, будут вечно общаться с Богом и святыми на небесах. Okay. Let's go on to the next one concerning salvation. Ну, здесь без комментариев, как говорится, переходим к следующему пункту в отношении спасения. Лариса, would you read the first one? Закон кармы определяет характер следующего рождения человека. Этот закон означает, что мысли, слова и поступки человека обусловливают его будущую судьбу, как он видит, он будет существовать. You see on your Hindu terms the definition of karma. Здесь у вас в списке терминов есть определение слова карма. Причинно-следственный закон, действующий в сфере нравственности. Karma is the personal consequences that result from what you do in your life. Карма означает личные последствия от твоих поступков в жизни. In other words, it's the effect of all the actions of your life on your next life. То есть это результат, который производит твои текущие действия для будущего твоего существования. The Hindu assumption of karma is that everyone gets exactly what they deserve. Индуист утверждает, что каждый получает то, что он заслужил. If they do good, they will return in a higher form of life. Если человек живет правильно с точки зрения индуиста, то он воплощается в более высокой форме жизни. If they do bad, they will return in a lower form of life. И наоборот. So, in one sense, this law of karma makes people rather uncompassionate toward others. В некотором смысле этот закон кармы делает людей несострадательными к другим. In other words, it says, leave people where they are, because that's where they deserve to be. Другими словами, этот принцип провозглашает: оставь человека в том состоянии, в котором он находится, потому что он его заслужил. If people are suffering, if someone is suffering in this life, that's what they deserve to suffer. Если человек страдает в этой жизни, значит, он заслужил эти страдания. Because karma, their karma from the previous life, the law of karma, means that they're supposed to suffer like this, this life. Потому что это карма, это последствия его предыдущей жизни, значит, ему надлежит в этой жизни страдать. So you really can't interfere with the law of karma and try to help them. Поэтому пытаться помочь человеку и вмешиваться в закон кармы вообще не нужно. I mean, that's kind of the logical end of this kind of thinking. То есть получается, при таком мышлении, вот такой логический вывод мы и делаем. It's not that every Hindu practices that and lets people suffer alone, but this worldview kind of lends toward kind of an indifference toward the state of others. Это не означает, что каждый индуист абсолютно не проявляет никакого сострадания к другим людям и не пытается помочь, но просто чисто логически по системе индуизма отношение безразличия к страданиям других тоже возможно. Может, вот брат или сестра страдает, что у них нет сочувствия? Это карма. Вот ведь сказали же, что... Это карма. Если... Значит, он заслужил это. Если это я был прошлый. Не-не-не, все. У них такое понимание. Можно вопрос? Еще добавить немножко по отношению реинкарнации. Если, допустим, человек стремился к высотам в этой жизни, ну, сегодня, да, и он достиг там определенного чего-то, но какую гарантию он может дать, что в следующей жизни он будет поступать иначе, что он тоже будет расти? Может, он
вообще, ну, там, плохо будет себя вести, обратно вниз упадет. Как-то, ну, есть такое вот рассуждение? Well, say, and here's another principle that Yuri is asking about. If you do well, you do good things in this life, and you live well and all that, does that guarantee that in the next life you will live a righteous life, or maybe the next life, even if you go into another form of life, higher form of life, does that guarantee that you will not misbehave or do bad things? Or? I think it probably doesn't mean that you will always go higher and higher. In other words, say you are a good man in this life. Да, действительно, каждое последующее воплощение не означает, что вот в этом конкретном воплощении ты будешь жить такой же праведной жизнью. И с каждым новым воплощением ты будешь подниматься все выше, выше и выше, и воплощаться в более высокой форме жизни. Давайте предположим, что вы живете хорошо и праведно. Your karma was good, and so in the next life you would come back as a rich man. В этой жизни вы живете правильно, у вас хорошая карма, значит, в следующей жизни вы воплощаетесь в богатого человека. Better. But лучше, но let's say as that rich man, suddenly you become selfish and cruel, and you misuse your riches to in the wrong ways. Представьте, вот этот самый богатый человек является человеком жестоким, он плохо обращается с людьми, делает всевозможные неприглядные поступки, неправильно распоряжается данными ему богатствами. Then you may revert to a lower form of life next time. Maybe you'll come back as an animal instead. Если он живет именно так, тогда у него есть все шансы в следующей жизни воплотиться в животное. So it doesn't always go just, you know, up, up, up. It can go up, down, down, you know, down, back and forth. Другими словами, каждое последующее воплощение не подразумевает твоего поднятия вверх. Вполне возможно, что где-то будешь опускаться, где-то будешь подниматься. А можно еще такой вопрос? А как они по отношению к христианам? Если, допустим, ну, христианин хорошо относится к другим людям, вот, ну, все такое, они могут сказать, что этот человек будет ну, в лучшем состоянии в следующей жизни, то есть ну, какое-то благоволение ихнего Бога там будет? Христианам? Да, да. Если он не исповедует индуизм, но как такой морально-нравственный человек. Высоко. Ну, христианин там будет. Можно еще раз? Ну, если, допустим, христианин, он ну, хороший, правильный человек, но он не индуист. Вот. Может ли он надеяться на что-то хорошее там в следующей жизни, ну, по их законам? Понятно? Христиан вообще считают низшими существами. Я просто, да, не очень понятно, потому что христианин, он христианин, как он может на что-то надеяться? Нет, он именно с точки зрения индуиста. Ну, с точки зрения индуиста, высоконравственный человек может надеяться на лучшее перевоплощение в следующей жизни. Вот я просто... Будь то он христианин, мусульманин, неважно, да? А, с его точки зрения, даже если христианин... Все, я поняла. From the point of view of a Hindu, if you're a Christian, but you live a good life and all of that, can you hope for a better life, or are you destined to be, because you're not a Hindu? No, the Hindu would say you can make progress through any religion. In other words, they wouldn't say you have to become a Hindu in order to make progress, in their view of in other words, для того, чтобы достигать возрастания в каждой новой форме воплощения, ты не обязательно можешь быть индуистом. Ты можешь быть представителем любой другой религии, исповедовать что угодно. Главное, чтобы ты, так сказать, жил правильно и хорошо себя вел. Так тогда получается, что с точки зрения даже прагматизма, христианство выгодно. Если ты не христианин, то ты не получишь ничего. А если ты христианин, то тебе есть шансы туда попасть. Уплотиться в свинью. If you are pragmatic, if you are a Christian, that other non-Christian believers don't have chances to get to heaven because they need to be Christians to do that. But if you're a Christian, and according to Hinduism, you can still go to heaven, even though you are a Christian and you're not a Hindu, right? That's right. It's kind of... Yeah. I mean, Hinduism, well, let's take the next one here. B, why don't you read B? It pertains to that. К Богу или соединению с Абсолютом ведут много религиозных путей. Это как раз следующий пункт. So, in other words, Hinduism is inclusive. Другими словами, индуизм является религией, которая включает в себя
представителей, да, других каких-то религий и верований, есть такое понятие инклюзивизм, то есть включение. Here's a quote from Mahatma Gandhi, you know, who was a noted Hindu. Mahatma Gandhi говорил, например, следующее. He says, "I regard all the great faiths of the world as equally true with my own." Я воспринимаю все великие религии и верования мира как такие же истинные, как и моя собственная. So, in other words, you know, typically a Hindu would say, "Yeah, there's all kinds of ways to get out of this cycle, and maybe your faith is a way that will take you out of it." It's okay, they would say. Скажут, что много путей ведут к тому, чтобы вырваться из этого цикла, и, возможно, ваша вера — это как раз один из этих путей. Непонятно только одно, почему они так стремятся вырваться из этого цикла? Ведь вроде бы жить хорошо. А кому хорошо, кому лучше? Ну, одним кому хорошо. Ну что, всем плохо? Может, еще лучше. Why even, the question is why do even rich people want to get out of that cycle? They live a good life and they don't... Yeah, I mean, you know, I don't know the answer to that as to, but typically Hindus say, Hinduism typically says it's better to be out of the cycle altogether, even if the cycle is pleasant. In other words, even if... Вопрос полностью очень, в смысле, вообще конкретно очень сложно, но индуизм говорит о том, что даже если ты наслаждаешься, имеешь все прелести жизни во всем этом цикле, каждый раз воплощаешься, у тебя все хорошо, все равно лучше, если ты сольешься с Брахмой. But that's a good question. Why they say, well, I like the cycle. I mean, it's good. Why would I want to leave it? Потому что человек может сказать, я вообще отсюда не хочу никуда вырываться, мне здесь нравится в этом цикле. I don't know, except that classical Hinduism says the cycle is just tiresome, it's just tedious, and there's pain in it and so on. I want to stop this dream world, even if the dreams happen to be good. I'd rather be out of it and just... Индуизм просто утверждает следующее. Вот этот цикл и постоянное перевоплощение, они отнимают силы. Это очень дело утомительное. Кроме того, никто не застрахован от боли, которая может здесь наступить. И вообще, давайте прекратим жить в этом иллюзорном мире и, наконец, перейдем к реальности, которая есть правда. Наложим на себя руки. You know, at this stage, cycle, we're still drops, in drops. And we'd rather just... Hey, that's relief. In other words, Okay, let's move on here. Будем продолжать. To see, would you read see, Луиза? Индуизм предполагает четыре основных пути, которые ведут к слиянию, союзу с Абсолютом. Путь трансцендентной медитации, усиленное умственное сосредоточение на определенном объекте до тех пор, пока разум не вырвется из этого мира и не растворится в Абсолюте. Путь знания, философский путь, когда человек приходит к осознанию себя как неотъемлемой части Абсолюта. Путь любви и посвящения, попытка достигнуть мокши через любовь и посвящение Абсолюту или другим богам в индуизме. Путь добра и добрых дел, всякое бескорыстное доброе дело приближает душу к мокше. Okay, so even within Hinduism, you have different options as to how to... This would be the Hindu concept of, quote, salvation, to get out of this cycle and to lapse into nothingness. Сейчас мы с вами будем рассматривать так называемое индуистское понятие спасения, которое предполагает несколько способов спасения, то есть того, как можно вырваться из цикла и слиться с Абсолютом. Or another diagram of the same thing. We're in this world of Maya, this illusionary dream world, and we want to move into... Это можно изобразить так. Мы с вами живем в мире Майя, в иллюзорном мире, и мы стремимся к слиянию с Богом. And even Hinduism, even within Hinduism, they would say, well, you've got several options, probably even more than these four, but these are four. Индуизм предлагает разные способы достижения вот этого состояния, возможно, даже больше, чем эти четыре, которые мы только что прочли. One way is through meditation, they would say. Итак, первый путь – путь трансцендентной медитации. I mean, intensely concentrating on something. Необходимо очень сильно умственно сосредоточиться.
So you withdraw from this world and actually lose consciousness. Полностью отречься от этого мира, перестать его осознавать, фактически потерять сознание. I mean, you go into a trance and you're unaware of this world anymore. Впасть в транс, перестать воспринимать все то, что тебя окружает. Transcendental meditation has this has this purpose, this goal. Вот именно к этой цели, на этой направлена трансцендентная медитация, к этой цели медитирующий человек стремится. To help you move toward this. I mean, I don't think that they would say, well, once you go into one trance, you're out, because no, then you come back again. But to create this kind of a process so that finally, you don't even come back. You perfect this so much that you're just gone. Это, конечно же, не означает, что если ты во время медитации впадаешь в транс, то обратно ты уже к восприятию сознательному окружающей действительности не вернешься. Нет, ты входишь в транс, потом выходишь из него, но вместе с тем индуисты говорят, необходимо стремиться к вот этому состоянию настолько, чтобы однажды впав в транс, ты из него уже больше не вышел, а значит, тем самым вырвался из вот этого круга. The second way is the path of knowledge. In other words, you think this matter out. You ponder this until you fully realize that this is just illusion. And you fully realize that, and then you get out of it. Сосредоточиваете свое внимание именно на мысли о том, что необходимо слиться с Брахманом. Вы умственными усилиями достигаете этого состояния. Вы как бы приходите полностью вот к этому осознанию. Себя как неотъемлемой части Абсолюта. Hinduism has a word for ignorance, avidya, they call it, and you'll see that in your book somewhere. But avidya, я что-то такого не помню. Но это означает невежество. Может быть, где-нибудь у вас это есть в списке? Do you have it on your list, on your expanded list? Yeah. Well, anyway, it's their word for this ignorance that we have, that we think we're real when we're not. You think this through, you come to realize it. Oh, okay. And then suddenly you escape. Вот эти умственные упражнения подразумевают следующее. Вы живете в иллюзорном мире, и вы не осознаете этого, но потом вы размышляете над этим все больше и больше, глубже и глубже, и в итоге вы приходите к осознанию, что вы есть неотъемлемая часть Абсолюта, и таким образом вырываетесь из цикла. The third one is третий путь. The path of love and devotion. Путь любви и посвящения. Where, and this, see, a lot of people, they're not minded to either meditate like that. They're not minded to think this through. They can't grasp this at all, you see. So there's this option. You can worship the gods of Hinduism. Для многих людей путь трансцендентной медитации, путь знания оказывается недостижимым. Может быть, слишком сложным и так далее. Вот для эти люди могут выбрать путь любви и посвящения. And for those that are not philosophical enough to, to ponder an impersonal absolute, they just start worshiping idols, and that's where they start and stop. Не имеют навыка, не имеют привычки философских размышлений. Они просто начинают поклоняться богам. And the fourth. Way is the path of kindness and good works. Every good deed you do selflessly brings you a little closer to achieving moksha. Have we talked about the term moksha yet? It's on your list too there. Кстати говоря, определение термина мокша звучит следующим образом: освобождение от повторяющихся цикла рождения и смерти, освобождение от сансары. So when you achieve this, you've reached moksha. It's release. Освобождение. Deliverance from this cycle. Yeah. So Hinduism, yeah. А как через добрые дела, если они говорят, у тебя карма? Если я тебе помогу, то ты не скупишь свою вину, там карму, вот. И какие добрые дела там можно? Well, if it says that you achieve moksha for good works, but if you help others and those others are
working out their karma, then you're not supposed to help them or something. Yeah, well, that's what kind of the rub. I don't know. You know, I mean, it doesn't really hold together. It doesn't really hold together. Maybe you could do other works other than helping, building something. Наверное, but, помимо помощи другим людям, можно же еще что-то делать. Например, что-нибудь там строить, там, бескорыстно, заработанные деньги строить какой-нибудь храм, или, например, там, я не знаю, что угодно делать, да? But about the time we start to say something about Hinduism, then you can bring up something that doesn't fit, and you say, well, yeah, that's a logical contradiction. Да, действительно, по мере изучения индуизма встречаются внутренние противоречия в самом учении, но вот эти логические противоречия есть, и от них никуда не денешься. Делая добрые дела, он может заявить, скажет, в следующей жизни будет у него плохая карма, так как я мешаю вот другим кармам, да? Ну, смотря какие добрые дела делать, можно. Я говорю, он конкретно, целенаправленно, ну, да. Вот не может, он не мешает. Да. Жертва такая. It strikes me that neither of you two can see this board. I stand right in front of it and you look at it. Я прошу прощения у сестер, наверное, до меня сейчас вот дошло, что, наверное, вам совсем не видно, да? So, Hinduism teaches a do-it-yourself salvation. You must do this yourself to reach this release. Поэтому с точки зрения индуизма спасение возможно и единственно возможно собственными усилиями. Okay, let's read. Would someone read what the Christian faith holds in contrast? Прочтем учение христианства. One at a time, and then I'll make a comment. Just по одному утверждению будем комментировать. Первое. A. По своей благодати Бог предлагает нам спасение, хотя мы его не заслуживаем. И хотя наши мысли, слова и поступки осуждают нас, Бог предлагает нам спасение по благодати. Okay, in other words, we do not get what we deserve. Другими словами, мы получаем не то, что заслуживаем. Through the gospel. Praise God, we don't get what we deserve. Слава Богу, что нам не достается по заслугам. I mean, the grace of God has broken the law of karma. The consequences of sin for us. Другими словами, благодать Божия разбивает и уничтожает всякие следствия нашей с вами кармы и нашей жизни. This is the great news of the gospel. Вот в этом и состоит благая весть Евангелия. Number two. Номер два. Бог предлагает человеку только один путь спасения, а именно через покаяние и веру в Иисуса Христа. Веру в прощение грехов благодаря искупительной смерти Иисуса Христа на кресте. Okay. Number three. Иисус Христос – единственный путь спасения. Okay. Mahatma Gandhi again said this. Махатма Ганди опять-таки сказал следующее. Regarding, he says, it was more than I could believe that Jesus was the only incarnate. Oh, here, read just the blues, if you will. Let me just translate the blues. Для меня было невозможно поверить, что я могу попасть на небеса или достичь спасения только через обращение в христианство. Мой разум просто не охватывал того утверждения, что Иисус был единственным воплощенным Сыном Божиим, и что только тот, кто верует в Него, может иметь жизнь вечную. Если у Бога могли быть сыновья, то все... Если Бог может иметь сыновей, то все мы Его дети. Если Иисус был подобен Богу, или Богом, не сам был Богом, тогда все люди были как Бог и могли бы быть самим Богом. Okay. Gandhi said, понятно. Basically, Gandhi said, I cannot believe that Jesus is the only way. Другими словами, он говорит, я не могу понять, как Иисус Христос может быть единственным путем. Okay, and D, did someone read the last one? Спасение. Что читаете? Спасение? Спасение дается человеку по благодати, независимо от
дел через покаяние и веру в Иисуса Христа. Понимаешь?